смывает грязь, уксус удаляет накипь, ну а сок лимона может очистить одежду от пятен. Все эти явления объясняет наука химия. Когда человек не понимал, какие химические процессы его окружают, он мог объяснить все лишь с точки зрения мифологии. Развитие науки, в том числе химии, привело к расширению знаний о мире. И это, пожалуй, одна из самых интересных профессий. О ней не только мы и поговорим сегодня в эфире программы «Один день с профессионалом». Благодаря химикам можно контролировать качество сырья и готовой продукции в разных отраслях промышленности, проводить всевозможные научные эксперименты, определять степень загрязнения окружающей среды. Любое изделие или продукт в процессе производства в той или иной степени сталкивается с процедурой химического анализа. Основам этой науки учат в Чебоксарском электромеханическом колледже. В настоящее время на производствах очень нужная профессия. Может быть, даже показаться, что лаборант химоанализа как бы наименьшая ступень пока еще, но именно с этой ступеньки начинается развитие у детей. И мы им предоставляем здесь все условия. Вера Мефодьева только поступила на первый курс колледжа. В будущем она станет лаборантом-пробоотборщиком. Работать планирует в сфере фармацевтики. Мне нравится узнавать что-то новое о кислотах, щелочах. Мне нравится с ними работать. Нравится то, что получается в конце при опытах. Тяжело, когда тебе дают много теории. Тебе надо ее все выучить, хотя на практике ты ее применять можешь. Плюсы – карьерный рост. Химия всегда растет. Из минусов – работа на ногах постоянно. Возможно, это когда-то сказывается. От работы получаю удовольствие, мне это нравится. Направление «Лабораторный химический анализ» – одно из самых технически оснащенных в колледже. Здесь проходят не только учебные занятия. На площадке ЧМК проводятся и чемпионаты WorldSkills. Это говорит о многом. Эксперты всегда очень требовательны к площадкам конкурсов. Обязательное условие – самое современное оборудование. Все есть. Абсолютно все приборы. Начиная такие, как спектрофотометры, рефрактометры, термостаты, pH-метры. То есть все оборудование, которое есть. Колледж активно участвует и в федеральном проекте профориентации школьников. Например, на мастер-классе в лаборатории ученикам гимназии номер 1 показывали, как определять кислотность молока. Я первый раз была на таком мастер-классе, и мне очень понравилось. Сначала мы в коническую колбу наливали молоко. Потом мы наливали туда химическое вещество. Потом наливали в это раствор воду, и она приобретала розовый оттенок. Ну, в школе я химию не люблю. А здесь это преподносит очень интересными и понятными словами. Я пока не знаю, кем хочу стать, но такие пробы очень помогают школьникам определиться в будущей профессии. Синий провод или красный. Все любители боевиков нередко наблюдали за мучительным выбором главного героя – обезвреживание взрывного устройства. А у этих студентов таких проблем точно не будет. Наладка аппаратуры, модернизация оборудования, испытание новых электросхем – все это лишь малая часть поля деятельности электроника. Ни радио, ни телевидение, ни интернета. Ничего бы этого не было, если бы не электроника. Сейчас нет отрасли, где бы она не использовалась. Во второй половине 20 века зародилась полупроводниковая микроэлектроника. Это и стало точкой прорыва в становлении компьютерных систем, основанных на микросхемах. А появление в начале 70-х микропроцессоров в разы ускорило этот процесс. Сегодня именно благодаря этому направлению электроники существует и развивается сотовая связь. Создаются различные беспроводные устройства, GPS-навигаторы, планшеты. Ну и как электроника, это та область, за которой, наверное, тяжело угнаться, потому что стало столько много ее разновидностей, то есть столько направлений, поэтому мы даем базовое знание. Каждый студент, в зависимости от склада своего ума и так далее, может здесь найти свое направление. Кто-то будет заниматься ремонтом, а кто-то, может, просто будет осуществлять монтаж этих блоков, кто-то обслуживать, кто-то будет конструктором. Поэтому, а кто-то все освоит, и то, и треть. Тоже здорово. Владимир Филиппов пока не знает, в какой отрасли электроники будет работать. Он только поступил на первый курс, но уже уверен, что останется в профессии. В один момент я сидел дома и разбирал компьютер. И мне очень стало интересно, как в таких маленьких чипах помещается такой большой объем памяти, как по таким дорожечкам течет цепь, и как на такое платье самое помещать столько информации. И после этого я зашел в интернет и начал искать, чем связана эта работа, с какой профессией, и нашел электромонтаж. Электромонтажник, он, можно сказать, руководит всем процессом над
электротехникой. Он, как сказать, регулирует ее, находит неисправности и настраивает ее так, чтобы техника функционировала. Ну вот мы недавно делали травление плат, и мне понравился весь процесс, как из одного кусока металла получался такой прозрачный металл. Разрабатывать платы и новейшие устройства планирует Павел Гурьев. Важность моей работы заключается в том, что электроника требуется везде. На каждом месте, везде находится именно тот человек, который должен ремонтировать и проверять на работоспособность устройства электронные. На первом курсе я вообще ничего не знал об электронике. Я знал буквально то, что как работает резистор и все, буквально базовые знания школы. А на четвертом курсе я могу уже с уверенностью сказать то, что электроника довольно-таки интересный предмет, который стоит и нужно изучать. Белые халаты и сосредоточенный взгляд – эти люди напоминают врачей. Хотя они и правда врачи, вот только лечат не людей, а технику. Починить сломанный телевизор или заново собрать старый магнитофон – для них пара пустяков, а их главное орудие – паяльник. Сложно тем, что в отличие от, наверное, других направлений, здесь нужно мышление такое абстрактное, при котором человек должен на начальном этапе взять на веру некоторые понятия. Никто не видел, как протекает ток, никто не видел, что такое напряжение. Это на первом этапе человек должен это все принять у себя в голове, а потом, убедившись, что это все работает, человек на сегодняшний день, возможно, может строить какие-нибудь свои новые разработки и внедрять их в жизнь. Автомобили, здания, мосты – многое в окружающей нас жизни сделано с помощью сварки. Именно она может надежно соединять металлические элементы при ремонте, изготовлении деталей. От решетки для поджаривания мяса до спортивного автомобиля. Чтобы сварить хороший, прочный и чистый шов, потребуется время и хороший наставник. Взрослые люди сваривали, мне понравилось. Посмотрел у них швы, ну, тоже захотелось так же сваривать. Вот и решил попробовать, пришел, ну, занимались, тренировались, вот. Получилось немножко. Мне интересно здесь изучаться, ну, потому что новая аппаратура, которая почти все за тебя выполняет. Так, все параметры, все программы она за тебя подбирает, может сохранять там все. Но сейчас все связано с металлургией. Все машины, там, на фурах, бочки, вот это все, все из металла, все нужно сваривать. Хотя там уже тоже все оптимизировано, рука человека тоже нужна. Но не думайте, что вам удастся просто взять горелку и с первого раза наложить идеальный шов. Чем больше времени вы будете тренироваться, тем лучших результатов добьетесь. Работа сварщика физически тяжелая и вредна для глаз, поэтому обязательное условие для поступающих в колледжи – отличное здоровье. Сейчас особенности профессии школьники могут узнать благодаря проекту профориентации. Смысл федерального проекта «Билет в будущее» – школьникам на себе ощутить ту или иную профессию. Вот, например, сейчас мы находимся в лаборатории сварки. А значит, здесь можем попробовать зажечь сварочную дугу. 9-й кадетский класс 53-й столичной школы участвует в этом проекте. В роли сварщиков ученики пробуют себя впервые. Я сегодня пришел в техникум, и мне здесь показали, как работать на тренажере. Вот, мне очень понравилось, впечатление очень положительное, достаточно хорошо объясняют, мне очень понравилось. Я бы пришел сюда еще раз, вот, надеюсь, что я сюда поступлю. Профессия сварщик кажется не такой уж сложной, она более востребованная. Кирилл Янгалаков, как и его одногруппники, с профессией определился. О профессии знал, конечно, да. Я помню, помогал своему дяде работать в деревне, держал, получается, детали, он варил. В принципе, от счастья я и хотел сюда прийти, на самом деле. Как выбрать себе профессию, чтобы в будущем любить свою работу? Превратить хобби в свою специальность, и тогда вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Ну а мы поможем вам узнать побольше о любой профессии. Это была программа «Один день с профессионалом». Увидимся ровно через неделю.